АМС разработало искажающее орудие. Оно способно уничтожать целые миры. Но без источника питания и ковчега оно бесполезно. Ваша задача — захватить ковчег, пока он на авиабазе. Мародеры, готовьтесь! Ожидание высадки Титана! Отметьте до наполнения.
Врагов не пропускать. Ведись, пилот Купер, вы со мной. Пошли, берегись, впереди Титана МС. Давай, давай, давай! Отлично потрудился, Купер. Как по мне, ты заработал свой сертификат пилота. Заканчиваем и валим домой. Вон он! Мы еще успеем перехватить ковчег. Вперед, вперед! Враги наступают! Помощь! Мне нужна помощь! Готовы.
я уничтожен. Прыгай на трамп!
близко это Слоун. Ковчег направляется к вам. Теперь очередь Гюрзы. До встречи. Тебя, сынок. Приготовься! Паркер, рада тебя видеть. Рад помочь. Линкор Мальта на 10 часов. Охраняет драконец. Мимо не пройти. Купер, нужен пилот на Мальте. Захватить палубу. Сейчас. Командир Брикс, я дрос 6-4. Можем забросить. Беги, нужен бросок. Принято, 6-4. Ты сможешь, Купер. За дело! Купер, готовься! Все как раньше. Не совсем. При броске между двумя движущимися платформами нужно учитывать больше переменных. Удачи! Добро пожаловать в 6-4, Куб. Купер, мы не сможем доставить тебя прямо на мостик. Мимо этих пушек нам не проскочить. Высадим тебя у кормы, ну а дальше придется самому. Брат, слева. Купер, я подойду, насколько смогу. Планируй прыжок как следует. Давай, пошел! Нет-нет! Человек! Они
человек! Они за углом! Следи за левым флангом! Держитесь, мы вас спасем. Купер направляется к главным пушкам Мальты. Не знаю, будет ли этого достаточно. Купер, быстрей! Пробить гипердвигатель, покинуть корабль, покинуть! Мы потеряли Кэмпбелл Брэкстон. Держать курс! Противник! На борт. На палубе Мальты остались работающие зенитки. Надо отключить их с мостика, чтобы мы могли приблизиться. Будет сделано. Отлично, Купер. Отлично, прикрывайте. Мы прикроем. Командир Брикс, понадобится ваша помощь. Ясно, Медведь. Скоро буду. Путь к мостику лежит через тот ангар. Есть идеи? Брикс слушает. Чем могу помочь? Закройте дверь и держите корабль. Он не думает? Нет, нет, секунду. Со мной! Работенка, что надо. Ага, не заскучаешь. Дэвис, пошевеливайся! Работенка, что надо. Ага, не заскучаешь. Дэвис, пошевеливайся!
Преимущество. Рубин, право 6. Готовьтесь принять предполетный заряд. Отряд Альфа 2 Чарли отправляет в лес подъем. Они позади нас! Они проникли в ущерб. Всех сил безопасности направляться к ангару. Повторяю, угроза. Всех сил безопасности направляться к ангару. Укрытие! Смотри, как это делает 6-4. Пилот Купер, ты готов? Да, готов. Прорыв, прорыв! Чисто? Чисто! Вот так это делается! 6-4, за мной! Купер, иди к капитанскому пульту и отключи пушки! Купер, взломай пульт! Отключи пушки! Командир Брикс, Мальта наша. Отлично, 6-4. Купер, мостик пока твой. Доставай инфонож и заведи корабль в тыл Драконису. Паркер, доставь визит Куперу. Вас понял, выхожу. Держи железный дровосек. Всем позывным. Разобраться с врагами и отходить к Драконису. Это все. Не туда, Купер. Давай немного правее. Не туда идешь, Купер. Возьми направо. Все правильно, держи курс. Ты почти выровнял корабль. Отдаляешься, выровняй корабль борт-борту. Держи правее. 6-4, заткнись, и пусть он ведет. Ну все, получилось. Вот твой титан, Купер, надоело мне с ним нянчиться. Готов передать управление пилоту.
Купер, мы прикроем тебя сзади. Захвати палубу и иди к Драконису. Буду один. Гюрза на станции. Пилот, твое путешествие заканчивается. Небеса принадлежат мне. Некуда бежать. Негде прятаться. Вперед. Атакую бандита. Гюрза подбита. Вас поняла. Поднимитесь на драконицу, захватите ковчег. Готовимся к переброске. Купер, готовьтесь к броску.
Рекомендую покинуть кабину. Поправка на аэродинамическое сопротивление. Рассчитываю. 2-4 справа! Ты в порядке? Левая рука отрезана. Функциональность сохранена. Корабль быстро теряет высоту. Купер, вся надежда на нас. Сюда. Идите в ближайший шаг. Берегись, тут титан! Люпки! Быстро всех люпки! Приближаемся к камере ковчега. Слишком большая. Требуется импровизация. Купер, я не могу добраться до ковчега. Нужна ваша помощь. Надо уходить с корабля. У нас мало времени. Сюда, Купер. Уноси оттуда ковчег! Невозможно, мы заперты. Что ты делаешь? Директива 3. Я не потеряю пилота. Приготовьтесь к удару. Блиск, твои проблемы меня не касаются. Доставишь ковчег, как сказано в контракте. Тебе перечислят деньги в АМС. Держи деньги наготове. Притащу тебе твой бесценный груз, бездельник хренов. Эй, Титан! Ты откроешься и дашь мне то, что я хочу! Голосовая команда не распознана. Дайте, я просто выдерну его оттуда. Нельзя рисковать. Ковчег нестабилен. Послушай, герой. У тебя есть кое-что мое, и я хочу это вернуть. Давай, скажи своему Титану, чтоб открылся.
Открылся? В чувствах признался? Что, пытаешься геройствовать? У меня контракт на кругленькую сумму, дружок. Скажи Титану, если не откроется, буду стрелять тебе в голову. Пилот в опасности. Зрительная система ограничена. Невозможно установить визуальный контакт с пилотом. Поднимите его. Поднимите его. Теперь видишь? Тут он, тут, вот, да? Теперь видишь? Функции нарушены из-за тяжелого повреждения. Меня не колышет, что у тебя там нарушено. Я знаю, там, внутри, кое-что точно еще работает. Теперь открывайся. А не то я твоему пилоту в башку больную. Считать, небось, еще не разучился? Считаю до трех. Раз. Два. Три. Да, нетрудно было, правда? Главная беда командной работы. Если вместе не побеждаете, то вместе и умираете. Берегись! Стрелу! Спокойной ночи. Эй! У нас сидят сюда ковчег! У нас мало времени! Все комплект. Это ваш самый верный шанс выжить.